Всем доброе утро. Щецин еще спит, а мы приехали на автовокзал. Нет, вы не думайте, что мы будем куда-то ехать. Это к нам приедет передача из Украины. Мы уже ровно год в Польше, и нам родственники решили сделать вот такой вот сюрприз. Ну что, будем ждать автобус? Ребята, вот мы и забрали наши сумки. Едем домой, будем смотреть, что же там. Ну что, ребята, вот мы уже и дома. С нетерпением будем открывать наши сумки. Начнем с маленькой сумки. Я вообще, мне так хочется узнать, что там бабушка положила мне. Ну что, ребята, вот мы и распаковали наши сумки. Сейчас я вам покажу, что в них было. Первое — это вот такой вот стульчик, очень яркий. Мне его подарили, когда я шла в первый класс в Украине. Он очень красивый. Следующее у нас здесь — это игрушки моего детства. Моя любимая Катя, мне ее подарил мой папа на 8 марта. Это была моя самая первая куколка. Мне, наверное... Да! А еще у меня есть вот такой вот красивый мишка. Мне его подарила крестная. А еще мне подарила моя любимая сестра вот такого вот енотика. Очень красиво. Спасибо тебе огромное. Еще у меня есть вот такой вот хомяк, который повторяет: слушайте. Слушайте. Family Minka. Подписывайтесь на Family Minka. И Барби мне ее подарила бабушка. Слушайте, я покажу, что это за Барби такая. Это такая Барби пчеловод. У нее здесь есть цветочки и ящичек. А в ящичке знаете что? Там пчелки. Их можно посадить. Сейчас вам достану и покажу. Их можно посадить вот так вот на цветочки. Всех еще их посадить, знаете куда? Вот на эту крышу. Вот так вот. И они будут сидеть. Самое главное, да. Книжки для чтения. Книжки и для рисования тоже. Здесь есть вот такая вот мода. Здесь много разных. Тут можно рисовать и разрисовывать одежду разную. Еще здесь есть вот такая вот книжка про моду. Энциклопедия для детей. Да. И учить английские слова. Это нам сейчас очень надо. Вот такая вот ручка. Ручка с помпончиком, заколочка и много-много-много разных одежды. Я сейчас их примерю. И обувь. А еще бабушка передала мне вот столько много сладостей. Здесь и печеньки разные, и даже сгущенка. Конфеты такие, которые здесь нет, да? Да, мои любимые разные. Зефирка. Да, а еще... Вот такая вот кружечка с разными узорами. Очень красивая. Обязательно буду пить какие-то напитки. Есть еще вот такие вот шоколадки и медвежатка печенюшки. Ну как вам? Очень красивый, мне кажется, костюм. Я в Польше еще такого не видела. Если вам нравится, ставьте лайки. Спасибо огромное. Он очень красивый. Он мне очень-очень нравится. Сейчас я померяю другой. Ну как вам? Мне очень-очень нравится. Если вам тоже нравится, ставьте лайки. Хочу сказать огромное спасибо нашим родным, что сделали...
сделали нам такой приятный сюрприз. А вы, мои дорогие, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Не забывайте про Инстаграм и про Фейсбук. Всем пока!